Коммунисты вышли на плановую акцию под названием «Красные улицы». Партийцы приготовили для горожан агитационные материалы, в том числе против переименования городских улиц и площадей. Небывалый интерес акция вызвала у сотрудников полиции. Блюстители правопорядка вызвались пройтись по проспекту Фридриха Энгельса вместе с коммунистами. Так красных охраняли от недоброжелателей. У меня вот вызвало искреннее удивление такая забота. И более того, мы... Вот такое как бы мероприятие плановое, оно у нас уже проходит на последние 2 месяца третий раз. И только вот сейчас такой вот любовь полиции.